Тем временем концертный сезон в разгаре, а вот самарских меломанов уже готовят к следующему. О том, какая программа ждет любителей музыки, в региональном эфире канала «Россия-24» рассказала накануне директор филармонии Елена Козлова. 76-й сезон ознаменуется сразу двумя громкими юбилеями великих композиторов Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича. Будут и громкие премьеры. Так, известный современный автор Александр Изосимов доверил дирижеру Михаилу Щербакову первое исполнение двух симфонических моментов «Витязь в тигровой шкуре». Визиты звезд Мариинки, иностранных знаменитостей, концерты самарских виртуозов. Все программы нового сезона будут представлены на ярмарке абонементов, который состоится 3 апреля. В этом году у нас 28 видов абонементов и более 120 концертов. Это уже на следующий сезон. На следующий сезон, который откроется в сентябре 2016 года и закроется в июле 2017 года. То есть мы сейчас уже на полтора года вперед знаем, чем будем заниматься. Угу. Это вот называется перспективное творческое планирование.